Всем привет! Сегодня у нас ролик с оревами. Сейчас, короче, 8 утра, я встал. Надо попить чай, покушать и выдвигаться. Капец, небо красиво. Так, ну чё, мы потихонечку выходим. Идем на место встречи. Сейчас мы там должны с пацанами встретиться. И вместе уже двинуть носоревы. Стою, короче, жду, когда подъедут ребята. И потом вместе уже двинем носоревы. Пиздец, блядь. Друг тюлень, мы с ним договорились встретиться, короче, в 10 часов утра на школе. А он, блядь, проспал. Это вообще пиздец. Сейчас, короче, он придет, покажу вам его лицо. Видите, какой он плохой. Вообще холодно. Вообще я к этим соревам не очень серьезно отнесся. То бишь я так же как тренировался, так и тренировался, но без отдыха там, без уменьшения весов там, без тренировки старта. Просто типа на шар залетаю. Ну посмотрим там. Интересно будет побороться. Я готовлюсь сейчас немного к другим соревнованиям, к чемпионату в Бурятии. Там уже будет интересно по мужикам выступить, проверить, на что я способен в категории, не категории, а возрастной категории повыше. Ну, посмотрим, что получится. Да, кстати, насчет левой. Короче, на левой руке у меня надорвана связочка какая-то. Вот тут, сейчас покажу. Вот тут у меня, короче, связочка надорвана вот прямо у этого основания. Поэтому на левую я очень сильно не надеюсь, потому что кисть на ней прямо болит-болит. И я еще немного приболел. И чисто от маски посыпались. Короче, на левой я не буду влаживаться, если я почувствую в ней боль, потому что я ее заживляю к чемпионату. И, ну, а на правой нормально, думаю, будет. Выложимся, поборемся, поснимаем. Ну, короче, будет прикольно. Встретились, короче, с этой наглой рожей. Вот вы, посмотрите на себя. Блять, ёпта. Короче, сейчас зашли в зал. Хер знает, что надо сделать. Димас себе руку порезал, да? Покажи. Какую на руку надо? Димас, руку себе. Это вот за то, что он проспал. Ему такое наказание. Сейчас, короче, сидим немного, выезжаем, едем на соревы. Че, Димас, ты настроен? Да. Да, у него уже полный сопырки расхуяли, но он настроен. Покажите мне лицо победителя. Вот тут, короче, я закаляю свои жесткие пальчики. Делаю вот так, вот так, вот так, вот так. Вот на этом канате. Давай я продемонстрирую свою возможность. Ну, соревнования, ты что? И, кстати, весовую категорию не обхожу немного. В какую? В свою. У меня 81 вес. Я похавал с утра плотненько. А у меня 55-300. Ну все, короче, как сядем в машину. Короче, как сядем в машину, запишем вам другой супервлог. Всем пока. А у тебя вот это... Сейчас, короче, выезжаем на соревы. Разминаемся. И Руслан нюхает бабру потом. Руслан всех разносит. Короче, мы на месте. Вот, короче, мощный кабачок. Это, короче, наши залы, да. Сегодня, короче, много людей. Я думаю, будет меньше. Я его выебет. Он меня выебет. Вообще дофига людей. Я, может быть, пойду к вот этому человеку в категорию. Но я не очень хочу. И вот к этому человеку, или вот к этому, вот к этому я хочу человеку в категорию. Ну, короче, сейчас будем, чё? Нет. Сейчас будем разминаться потихоньку, разогревать связочки. И уже выступать. Вообще зал прикольный, прямо такой атмосферненький. Типа подвальное помещение такое. Вот, кстати, смотрите, кто на плакатике, это я. Пацаны разминаются уже. Сейчас, короче, разминаемся.
скоро высыпать. Мне скоро взвешивание, потом высыпать. Слова перед боем. Выиграть надо. Выиграть надо. Короче, идем уже на взвешивание. Бать там весы. Ты готов? Чисто бурецкий армрестлер. Страшно? Немного встает потихоньку. Ну ничего, нормально. Я тебя вот так вот снимаю. Мне так не надо. Вот так. Все. Все, все, армрестлеров. Федя-то слишком высокий. Федя, верни кофту Девону Ларату. Прошло взвешивание. Я, короче, в 90 по юниорам. Максим Вальчик, передавайте привет. Ой, Боря Вальчик, передавай привет. Привет. Короче, сейчас готовимся, разминаемся. Сперва идет левая рука, потом у нас правая. Так потихоньку. Покажите мне лицо победителя. Сейчас выхожу, короче. Буду разносить. Ладно, левая у меня такая. Сейчас, короче, просто отведением всех помочь и все. Третий на левую встал, скоро правая, на правую попробую первый, как получится. Фидос вообще машина, терминатор Влада Воробьева вынес. Все плохо. У него все плохо. Ну, короче, ждем, боремся. Все. Боремся. Левый стал третий, на правый первый. Общая, походу, будет второе. А, нет, общая первая, потому что Федя стал третий. Ну, нормально. Хорош. Так, я уже отборолся. Получилось, в принципе, так, как я и думал.
На левой третий, на правой первый, общее место первое. Ну, база, короче, уже для меня, потому что уже третье соревнование у меня такая фигня. Из-за левой я не могу нормально включиться, а правая у меня всегда впереди, так сказать. Ну, в общем, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.